Чему котенечек? Мой сладкий пупсичек. Опачки. Опачки, опачки. Ты что, говорит, тут лежал? Ну-ка, давай, вставай. Вставай, говорит, вставай. Да? Ой, солнышко. Котябра. Котябра Витюня. Все, мама Лена наконец-то на ногти поедет. То, что поотрывала все старые, сейчас Олеся ее заругает там. Да, заругает. Маникюрщица заругает Лену. Скажет, ай-яй-яй, что это такое? Ну, так получилось. Лене не на чем было ехать. Ракель, да что ж ты творишь? Что творишь? Она что-то скинула на кухне и прибежала. Так, швындя-брындя. Швындя-брындя пришла. Швындя-брындя, иди сюда, бегом. Ты мой сладкий, да? Что там такое, Вить? Что происходит? Что там происходит? Да сейчас она он вокруг опять оббежит и придет. Мой зайчик, мой сладкий. Пупсик, пупсик. Вот так. Тёк мое солнце. Солнце. Ой, Витенька, у нас дожди третий день. Вот. Вчера столько много советов у нас было, как надо енотов дрессировать и прочее. Ребят, еще раз всеобщее хочу сразу всем сказать, кто действительно смотрит наши видео. Я не кинолог, енотолог какой-то. У нас еноты большинство с очень испорченной психикой и прочее, которых я не собираюсь дрессировать, воспитывать. Они в своей жизни и так настрадались. Пусть они живут так, как им по кайфу. Вот. Одна там еще вчера выискалась, которая сказала, что у нас собаки как в концлагере живут. Да, места мало. Ну так возьмите себе несколько собачек. У нас их станет меньше. И у вас будет им хорошо, лучше, чем у нас. Вот она пошла уже, курочка. Вот. Как говорят, судить может только тот, кто ничего не делает. Или делает больше, чем ты. А вот эти вот критики диванные. Зашла я на страничку этой девушки. У нее там одна собачка. И то, видно, с какой-то волонтерской группы взята. А остальные все картинки с интернета. Вот это настоящий помощник для животных, видимо. Который лайкает, репостит и все. И то репостит всякие картинки, блин, с косметикой. Ну, явно не животным. Репост животным, кстати, тоже помощь в группе, допустим. Но когда этот репост нужен. Да, когда нужен этот репост. Так что, кому что не нравится, диванным критикам, выход, где, я думаю, знают все. Да, Витюшек? А мы, скажи, делаем то, что делали. И будем делать. Ну, я кракенка. Кракенка. Ты Клакинка, да? Клакинка. Ты мое солнышко. Утром он всегда к маме идет. Это швындя-брындя уже бегает, что-то суетится, что-то ломает. А Витя идет к маме посидеть, почесаться. Настроение маме задать на весь день, да? Своими обнимашечками. Ну, солнышко. Кто там? Мое солнышко, вот это вот валяка-валяка. Ах, давай собираться, сладкий мой пупсик.